Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Тут выяснилась одна такая интересная штукенция, что оказывается тут-то две стороны медали. Если мы в тот раз прислушали, поверили колдуне, и был у нас один сценарий, если поверить монахине, будет другой. Конечно же, я тоже верю матушке. Хотя колдунья несколько раз спасала нас, но черные отпечатки. Итак, ты порвала дневник и скрыла от нас правду, потихоньку завлекая нас в свою ловушку, желая отдать на растерзание адской гончей. Это ты за всем этим стояла? Адская гончая? Почему вы мне не верите снова и снова? Как я могу заставить вас мне поверить? Лучше не сопротивляйся. Дети, свяжите ее. Мы наконец-то принесем в деревню спокойствие и мир. И что ж, теперь у нас вариант такой. Мы, колдуньи, должны спасти детей. Давайте пробовать спасать детей. Еще рано сдаваться, нужно хотя бы спасти этих детей. Мои глаза меня не обманывают. Это была магия. Я только что видел настоящую магию. Колдунья владеет настоящей магией. Глупое дитя. Она призрак, враг божий и наш деревенский кошмар. Не дай ей себя обмануть. Схвати ее. Схвати меня. Если сможешь. Скорее уходи отсюда, беги домой прямо сейчас и больше никогда сюда не возвращайся. Кто ты? Матушка сказала, что я должен сидеть здесь, иначе меня заберет ужасный демон. Матушка попросила меня сказать тебе, чтобы ты шел домой, так что послушай меня и иди скорее. Кто ты? Где матушка? Адские псы уже ушли? Скорее беги домой, а то они вернутся и сидят тебе. Быстрее, быстрее. Быстро беги отсюда. Здесь вот-вот. Мне наконец-то можно идти? Матушка же шутит, что здесь бродит призрак девушки. Да? В общем, беги домой.
Это странно, очень странно. Я думал, что монахиня использовала эту скучную легенду, чтобы достать кровь невинных, а затем совершить ритуал, описанный в дневнике. Но дети вели себя так, как будто их не похищали, а просто пригласили в гости. Что это значит? Может быть, ангел была права, и эти дети не подходят на роль жертв для ритуала. Но если это так... Успокойся, мы не хотим тебе навредить. Ты только что выпустил этих детей. Чего ты в конце концов хочешь? Ты это сделаешь сейчас? Ты навредишь даже собственным детям? Они так вот тобой восхищаются. Не думай обо мне так плохо, призрак. Я никогда не собиралась причинять им вред, включая тех троих детей, которых ты выпустила. Теперь нет смысла лгать. Ты здесь настоящий демон. Нет, это не ложь, девочка. Зачем мне причинять боль своим детям? Я не ожидала, что они придут сюда. Ты использовал их, чтобы получить приглашение войти в церковь, не так ли? Это редкий случай, когда я открываю дверь для такого призрака, как ты. Ты втянул их в это. Завтра утром они проснутся, как обычно, в своих теплых постелях. Я по-прежнему буду их нежной мамой, этот город по-прежнему будет их домом, и они будут счастливее, чем когда-либо. Что до тебя, нечестивое создание, вернись туда, во тьму, где тебе положено быть. Ты правда не обманываешь? А демон, которого ты вызвала? Что? Ты говоришь так, будто видел его своими глазами. В дневнике об этом ничего не было, и даже я до недавнего времени. Но я думаю, ничего не будет, если я тебе скажу. Я сказала, что мои дети будут счастливее, чем когда-либо, но цена... Хи-хи, в этот индустриальный век, век богохульства и презрения к вере, люди забыли свой страх перед демонами и перестали веровать в Бога. Это начало упадка церкви. Бог – моя вера, и мои дети для меня все. Но из-за этого греховного времени страдают обе самые дорогие для меня вещи. Итак, могу ли я с этим что-нибудь поделать? Да, могу. Если люди вновь обретут страх перед демонами, вера вернется, церковь будет процветать, и мои дети будут жить счастливой жизнью. Нет, это не так. Ты противоречишь сама себе. Это неправильно и нереально и неправда. Ты совсем не знаешь своих детей, они ничего этого не хотят. Следи за своим языком. Не думай, что ты знаешь их лучше меня. Когда в полночь прозвенит колокол, все начнется и все закончится. Полночь. Время указано в дневнике. Почти настало. Как жаль, что у тебя теперь нет нужных для ритуала жертв. На этот раз у тебя ничего не выйдет. Такая невинная наивность. Я думала, ты умная девочка. Ты до сих пор не поняла. Как ты думаешь, зачем мне было копировать эту нелепую легенду и создавать столько хаоса? Зачем ты сама сюда пришла? Итак, кто теперь невинный? Значит, твоей целью была я? Ну вот, ты наконец поняла. Конечно, это было непросто. Хотя у меня есть еще запасной план. Все же будет лучше использовать твою нечистую сущность, чтобы начать новую эру. Приготовься принять свою неизбежную гибель. Что? Что происходит? Это твои фокусы? К сожалению, у меня недостаточно энергии, чтобы управлять им. В одном ты была права, меня ждет неминуемая гибель. И теперь она здесь. Что это? Гончая Тиндала? Она охотится за тобой? Вот оно что. Теперь все понятно. Вот почему ты знаешь так много секретов. Вот почему у тебя хватило смелости войти в церковь. И именно поэтому ты сказала, что на этот раз у меня ничего не выйдет. Ты провела меня? Как ты? Сколько бы раз это ни потребовалось, я всегда смогу остановить тебя и спасти эту деревню.
Нет, ты меня никогда не остановишь. Собака тебя не отпустит. Все, что тебя ждет, это смерть. Ха-ха, проклятый призрак. Деревенская библиотека. Я вернулась. Который это был теперь раз? Я уже не помню. Настоящая цель монахини – это я. Смогу ли я спасти эту деревню и всех ее жителей? Правда или ложь, говорится в древней легенде, что кроется за таинственным исчезновением детей. Итак, наша следующая цель – дом первого пропавшего ребенка. Вперед! Постой-ка, ты еще не ответил за воровство фонарика. Думаешь, я про это забыла? Нет, я не могу падать духом. Я не должна сдаваться. Я отлично справилась. По крайней мере, каждый раз у меня получается продвинуться еще дальше. На этот раз я вошла в церковь и узнала больше. Я взял его ради благого дела. И Бог, и матушка это поймут. Когда мы найдем пропавших ребят, я его обязательно верну. Я знаю, что смогу спасти вас, друзья. Ну, вот такая вот версия еще есть. Кстати, между прочим, мне как-то эта версия даже больше зашла, чем то, что было до этого. Что ж, надеюсь, видео было интересным и полезным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.